преподаватели, ученики. Сколько много светлых, добрых, улыбчивых, знакомых лиц в этом зале. Сегодня в нашей школе замечательный праздник, выпускной вечер. Мы собрались здесь, чтобы поздравить наших выпускников с окончанием школы искусств. По традиции мы встречаем наших выпускников и приглашаем их на сцену. Балтинкова Елена Вячеславовна. Интересный и увлекательный. Каждая школа гордится своими успехами, но больше всего школа гордится своими выпускниками. Хотелось бы начать вручение свидетельств, в первую очередь, нашим отличникам. Свидетельства об окончании учреждения дополнительного образования школы искусств номер 1 города Горловка вручается Жолоб Владимиру Юрьевичу. В
Владимир у нас закончил обучение по двум специальностям. По классу блокфлейты и по сольному пению. Еще одно свидетельство по сольному пению. И большое... Свидетельство об окончании школы искусств вручается Домянской Агнессе Михайловне. За помощь в организации, в оформлении многих мероприятий. Тебе благодарна. Спасибо большое. Свидетельство об окончании школы искусств вручается Авдиенко Олесе Ивановне. Олесечка, поздравляем тебя. Вручаем тебе благодарность за твои достижения, за твои успехи. Умничка, молодец. Поздравляем. Об окончании школы искусств вручается Яцюк Алене Игоревне. Свидетельство об окончании школы вручается Демко Елизавете Юрьевне. Свидетельство об окончании школы вручается Акимову Александру Владимировичу. Дорогие ребята, вы отлично закончили свое обучение. Я желаю вам, чтобы ваши дальнейшие достижения тоже были на отлично. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Чтобы ваша следующая дорога во взрослую жизнь наполнилась яркими красками. Я надеюсь, что все выпускники, если вам станет вдруг грустно или вам нужен будет какой-то совет, приходите в школу, мы всегда будем рады вас видеть. Я даже не удивлюсь, если в следующем году кого-то еще мы увидим. Свои таланты. Они подготовили для вас праздничный концерт. То, что слову не дается, пусть без слов расскажут звуки. Для звучания остается взять смычок и скрипку в руки. Выступает выпускница Авдиенко Олеся, класс преподавателя Шевченко Валерия Анатольевича. Концертмейстер Дергутова Оксана Борисовна. Thank you.
проект «Выпускник Жолоб Владимир», класс преподавателя МАЗУ Виктории Анатольевны, концертмейстер Горбачева Алла Николаевна, Иоганн Себастьян Бах, ария. Классику, эстраду, джаз, что хотите, все для вас. Геллер,
Этюд исполняет выпускник Акимов Александр, класс преподавателя Романкиной Натальи Анатольевны. Учебно-воспитательной работе школы искусств номер 1 Шевченко Валерию Анатольевичу. Здравствуйте, дорогие выпускники, ученики, родители. Со всеми очень мы хорошо знакомы, со всеми разговаривали на разные темы, встречались. Вот сегодня я буквально за несколько минут до начала этого вечера открыл старые какие-то бумаги, старые документы, у меня копии лежат, написано. Нашел такое решение исполнительного комитета Никитовского районного совета народных депутатов от 13.09.1979 года, номер 424, об открытии в Никитовском районе города Горловки детской музыкальной школы номер 3. Наша детская музыкальная школа номер 3 тогда, та еще, возникла из вечерней школы общего музыкального образования, которая находилась на Горле. Собственно, исток нашей школы — это вечерняя музыкальная школа, которая находилась на Горле. Сейчас этого здания уже нет, оно со временем разрушилось, и война немножко помогла. Но там есть другое здание, которое по-прежнему функционирует, но уже в качестве нашей школы искусств. И с тех пор нашу школу вот вместе с этими выпускниками закончили 1482 выпускника. Ну просто очень такая впечатляющая довольно-таки цифра. И количество выпускников бывало различным совершенно. Бывало 60, честное слово, отдельно выпускной вечер на Гольмовском филиале, где было 20-25 выпускников. И отдельно здесь, где было 35, ну, до 40 выпускников. А в этом году всего 12 из них, 11 выпускники музыкального отделения. И лишь Агнеса, одна единственная у нас выпускница класса живописи. Должен сказать, что за все это время мы очень друг к другу привыкли. И вот получается так, что тот, кто переступил порог вот этого небольшого двухэтажного здания, которое находится, ну, очень далеко от центра и совершенно недалеко от линии соприкосновения, эти ученики с нами здесь остаются. Мы друг друга любим, мы относимся друг к другу хорошо, мы друг друга уважаем. И, конечно же, вот наш этот труд, он был бы напрасный совершенно, если бы рядом с нами не шли мамы и папы, бабушки и дедушки. Все те, кто нам помогают. Мы помогаем вам, вы помогаете нам, и все мы делаем одно общее дело. И совершенно не важно, станет ли ребенок
после окончания нашей школы служителем МУЗ. Станет ли он художником, станет ли он музыкантом? Ну, мы соприкоснулись друг с другом, мы познакомились, никакое знакомство не проходит бесследно. Мы прикоснулись к искусству вместе, и это искусство всегда будет идти рядом. Я вот должен сказать такую вещь. Я много лет здесь работаю, и порой вот иду по коридору, здороваюсь с родителями. Здравствуй, Коля, здравствуй, Антон, здравствуй, Таня. Это родители наших учеников, которые у нас учатся. Эти родители тоже когда-то закончили нашу школу. И эти родители... Ну вот, например, мама Саши, Надежда вот она сидит, она каждый год как на работу к нам приходит в конце мая. В прошлом году дочку выпустила, в этом году Сашу. Я же не знаю, как дальше сложится. То есть все мы друг друга знаем, все мы друг другу помогаем во имя одного общего дела. Вот я так говорю вот казенными фразами громко, а у самого там где-то там внутри, аж где-то там какие-то слезы, такие жалости наворачиваются. Нет, не жалости, а огорчение. Потому что всегда грустно, когда очередные выпускники, очередные ученики покидают стены нашей школы. Было время, были времена до войны, когда здесь училось более 500 учеников, когда здесь было множество других еще инструментов. Вот совершенно, например, из класса исчез класс, духовой класс. Володя Жолоб, он последний из духовиков, который заканчивает эту школу. После этого и духовиков нет, и преподавателей нет, и заканчивают неплохо. Должен отметить то, что Володя опытный исполнитель, опытный артист, он как солист-вокалист и в составе ансамбля «Юниарт» неоднократно являлся победителем, участником, победителем и республиканских, и даже международных конкурсов. А вот в качестве исполнителя на блокфлейте он выступал, ну, только в школе нашей, в городе, и это тоже он делает хорошо. То есть просто берет гордость за то, что это, пожалуй, единственный выпускник по блокфлейте за все годы, сколько существовала школа. До этого были саксофонисты, которые некоторые из них продолжили дальше свое профессиональное образование. Ну и жаль то, что это как бы последний ученик духовик, вот, ну, на этом этапе. Мы же не знаем, что будет со следующего года. Может быть, возобновится у нас класс духовой музыки. Точно так же каждый ученик отстаивал честь нашей школы на различного уровня конкурсах. И для кого-то, может быть, это, ну подумаешь, ну заставили, ну сыграл. Та же самая Алена Яцюк, она неоднократный призер различных тоже республиканских и международных конкурсов. Ну, буквально на кого не посмотрю, и кто не в конкурсе участвовал, тот здесь на каждом концерте, буквально в смысле слова. Сольные выступления на сцене перед аудиторией, они дают человеку очень много. Вот выйди сюда и не просто расскажи, а сыграй. После этого, мне кажется, в любом учебном заведении, а ведь некоторые выпускники наши уже в этом году будут поступать в учебные заведения и на Украине, и России, и в республике, и уже после того, как знаешь, что такое выйти на сцену, и как себя держать, и как себя вести, ну, честное слово, разговаривать с преподавателем-экзаменатором уже легче. Это большая очень школа и серьезная. Ну, должен сказать... Еще напоследок такого хаотичного выступления. В добрый путь, всего вам хорошего, мира, успехов, успехов и успехов. Ну, когда будем встречаться, ну, чтобы как-то мы друг друга помнили. Это тоже важно. Все мы люди, все мы должны друг друга так или иначе поддерживать. Спасибо, всего вам хорошего. Свидетельство об окончании школы искусств вручается Ярославу Кулакову. Пожалуйста, Ярослав. Свидетельство об окончании школы искусств вручается Туренко Никите Васильевичу. Вот это свидетельство вручается брату Кириллу Васильевичу. Thank you.
и... Вот кто-то молчит и думает, не дадут свидетельства. И этот кто-то, это Ярослав Алексеевич Октябрьский. Где ты, Ярослав? Продолжает концертную программу выпускница Ятюк Алена, класс преподавателя Гетмановой Любови Фроловны, концертмейстер Гергутова Оксана Борисовна. Вильямс, список Шиндлера. Александровна. И эти ученики выступают здесь на сцене. Но
Есть те, которые не выступают, и работа, которая на стене. Вот Иван Станиславович стоит, а сзади три работы нашей Агнессы. Это ее выпускные работы. Раньше, когда выпускников класса живописи было больше, эти стены все были завешаны, мы рассматривали, целая выставка была. Ну а сейчас здесь всего-навсего три картины Агнессы, но мы очень гордимся тем, что у нас вот есть класс живописи, мы очень гордимся, что у нас есть такие выпускники. Дальше вот что я хочу сказать. Одну фразу, которую я раньше говорил на каждом выпускном вечере, а сейчас как-то вот что-то, вот у меня не получилось, но я понимаю, что надо это сказать обязательно. Я всегда говорил о том, что судьба и жизнь нашей школы в руках наших выпускников. Вот есть фотография, на которой Наталья Вадимовна, Наталья Константиновна, Валерий Анатольевич и Екатерина Александровна выпускница. Вот теперь она директор школы, и судьба школы в ее руках. У нас сейчас много занимается в музыкальном колледже наших выпускников, в музыкальной академии. Но время такое, жизнь такая, вернутся ли они после Донецка на свою Бессарабку? Вернется ли саксофонист Богдан Твердохлеб сюда на Комсомолец? Вернется ли, там уже не вернется, Вера Лисовенко, чей брат сейчас здесь учится, это вообще такая выдающаяся ученица у нас была, Вера Лисовенко из Донецка на Бессарабку. В этом вопрос, как бы низко, вряд ли, да, ну а хотелось бы, потому что все равно в руках наших выпускников судьба школ, вернулись бы они, и мне кажется, что опять бы пошел бы взлет у нас. Ну вот все, что я хотел сказать. Представляется выпускнице Денко Елизавете. Добрый день, дорогие друзья. В общем, случилось так, что 12 лет назад я переступила первый раз порог Вольмовской музыкальной школы. Ничего не зная о музыке, ничего не умея, но благодаря моим любимым учителям Юлии Николаевне Шугаевой, Короткевич Татьяне Викторовне и Галине Владимировне, а также моей первой учительнице Елене Петровне, я сейчас на этой сцене, я хоть что-то, но умею. Я хочу пожелать всем выпускникам удачи, никогда не останавливаться на достигнутом, всегда стремиться к чему-то новому и верить в свои силы. А нашим любимым учителям я желаю стремления хороших учеников, которые будут стремиться к высотам. Желаю творческих успехов и всего самого наилучшего. Спасибо большое. Сейчас я хотела бы исполнить вам небольшое музыкальное произведение. Елизаветы прозвучит замечательная пьеса Мендельсона «Песня венецианского гондольера». Thank you.
выпускник Жолоб Владимир. Выпускник не только по классу блокфлейты, но и по классу сольного пения. Я приглашаю Владимира на сцену. Сейчас он выступит в качестве вокалиста и исполнит арию «Орфея» из оперы «Орфей и Евридика» Глюка. Преподаватели Сергеенко Наталья Вадимовна, концертмейстер Соколова Ольга Алексеевна. Сегодня, так как она у нас в качестве выпускницы по классу скрипки нашей школы. Сугаева Юлия Николаевна. Хотелось бы выразить большую благодарность нашему педагогическому коллективу школы. Спасибо за ваше понимание, за эту теплую атмосферу, которая царит в нашей школе. И в дальнейшем хотелось бы каждому преподавателю пожелать сил, терпения и вдохновения. Всем выпускникам сегодняшним нашим хотелось бы пожелать, чтобы за любое дело, которое вы брались в будущем, вы обязательно доводили его до конца. Будет тяжело, знаю по себе, но оно того стоит.
Вот. Ну а теперь в качестве ученицы, уже выпускницы школы искусств, я очень благодарна всем за поддержку, понимание. И я очень горжусь теперь, что я являюсь тоже выпускницей школы. Года благодарность администрации школы искусств номер 1 город Горлока, директору Протасовой Екатерине Александровне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе Шевченко Валерию Анатольевичу, педагогическому коллективу школы, а также всем сотрудникам школы искусств. Спасибо, что вы нас учили, за ваш важный и нелегкий труд, за то, что силы свои вложили, дарили много счастливых минут. Обещаем, что мы не забудем эти знания, что дали вы нам. Из нас получатся хорошие люди, и вам воздастся по вашим делам. Будьте счастливы и здоровы. Это все ведь вы заслужили. Спасибо, спасибо большое, что нас учили вы и растили. Об окончании по классу скрипки с похвальной грамотой, да, потому что вы учились и с ансамблем «Нотка», руководитель Виктория Анатольевна Мазова, принимали участие во всех концертах. Вы просто, ребята, вот пример для подражания. Человек, который уже добился успехов как преподаватель по классу фортепиано, как по ударным инструментам. Знаний мало не бывает. Поэтому мы вас поздравляем, что вы здесь. Знаете, какая школа популярна? У нас даже магистры учат. На прошлой неделе, кроме всяких шуток, нам буквально в смысле слова заезжал попить чаю профессор математики МГУ. И с ним два кандидата наук. Они здесь в Донецке были на конференции и заехали к нам. Это уже не первый раз. Ну как бы Игоря Борисовича уговорить поучиться у нас? Благодаря ему мы наладили хорошие дружеские отношения с Московской музыкальной школой имени Мусоргского. Интересно, как вот такое сотрудничество у нас получается. Все, спасибо. Программу выступление Туренко Кирилл. Дворжак. Джазовая пьеса. Преподаватель Бронская Ирина Анатольевна. Thank you.
для вас музыкальный подарок. Выступают ученики 7 класса, предвыпускники, Корнеев Давид и Балан Любовь. Сам-Мартини, песнь любви.